О, подводную лодку выбираем, да? Давайте подводную лодку. Будет весело. На ней гориллу надо брать 100%, чтобы карабкаться лучше. Да? Гориллу возьмем. Я возьму гориллу, думаю. Тут еще волк есть. У меня крокодил. Выдра какая-то. Я гориллу возьму. Так, там еще есть черная горилла, но это не я, если что. Так что будьте аккуратны. О, вырубил чубрика какого-то, смотрите. Выкинул его за борт. Видели, пацаны, я его вырубил, выкинул. Выкинул второго чубрика. Ой, сейчас, пацаны, возьму. Я хочу дубинку взять эту. А. Только меня пытается запиздить какая-то враждебная горилла. Это я, если чё. Это я! Это я! Зачем ты меня стреляешь? Не стреляй в меня, это я! Да не надо в меня стрелять, господи, даже свои бьют. Он там, добей его там, он это, зебра вонючий поднимается, но не зебра, это единорог, короче. Ты его лучше добей, не меня. Я-то что плохого сделал? Ничего. Ай! Нет! Я не должен утонуть. Держусь, пацаны, карабкаюсь. Меня единорог пытается запиздить, потому что ты его не убила изначально. Он меня хочет убить. Я вырубил единорога, вырубил. Выкинул единорога. Надо забираться, забираться надо. Бежим. Единорог тонет. Надо забираться, все теперь борются за эту вершину, пацаны. Ужас какой. Аккуратно, кислый, да я. Все, я сижу в этой херне, меня ударили. Ай, меня пытаются выкинуть. А, я вырубил эту выдру. Лодка погружается, пацаны, лодка погружается. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, держимся, 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 держимся. Это не я тебя выпихнул. Блин, там какая-то зебра осталась. Я тону, я тону, пацаны, я тону, тону, тону. Нет, я тону. Почему именно я? Вопрос. Тону первый, хотя выдра тут тоже есть. Она плавает, что ли, лучше? Кто победил? Победила зебра, это, ну, точнее, единорог этот вонючий. Да, команда единорогов, у них два единорога в команде, они и выиграли. Вот эти два единорога вонючих. Их надо бить, пацаны. Так, а мы можем взять, пожалуй, сковороду? Нет? Ну и нахрен тогда ее. Почему на мне теперь это вантус туалетный? Ай! Там мистер Акулка пыталась. О, бомба, пацаны, я бомбу нашел. Кого-то взорвал. Что делает акула вообще? Она какая-то странная. Что это? Что у меня вылезло? У меня какая-то херня вылезла. Какое-то меню вылезло у меня во время стычки. Там выдра подобрала арбалет. Да, блять, я не могу выдру напиздить. Да почему я же бью ее, блять, в упор подхожу к ней и бью, и она все равно какая-то живучая. Ладно, и все, карабкаемся наверх, да, нам нужно выжить. Насрать на эту выдру.
Я пока сюда сяду. Тут безопасней. Все, пацаны, сидим, чилим. На расслабоне на чили. Акула тонет. Чудовищное зрелище, акула тонет. Зачем ты меня тут ударил? Нахуя ты меня вырубила? Ты должна это вырубить, вырубать. Именно вырубать. Нам нужно вырубить этого пони вонючего. Короче, не пони, вечно путаю. Единорога. Он упал, упал, все, он упал. Все, есть, мы здесь. Все, держимся. Держись за что-нибудь, чтобы нас не скинули, держись. Ты куда? Нет! Ай. Все, все, есть! Одна за нами победа, пацаны, одна за нами. Вырубил гориллу. Выкинул гориллу. Правда, куда она сразу это риснулась какого-то хрена? Ай! Хотел. Что произошло? О, арбалет надо подобрать. Арбалет. Есть арбалет. Пацаны, подобрал арбалет. Ой, надо убегать. Я хочу арбалет использовать по назначению, you know. Огонь! Отойди, отойди, это мой арбалет. Лерой! Стреляй, стреляй в гориллу. Не дай ей подняться нахрен эту гориллу. Смотри, я гориллу бью, она захлебнулась. Отойди, пожалуйста, ты мне мешаешь убить кого-то из них. А, тут у тебя электрошокер есть, нихера, мы тут команда чисто, блядь, стрельцов. Аккуратно, за нами бегу, за мной акула бежит. За мной акула бежит. Ты электрошокер проебала. Подожди, я хочу их до Талова это подамажить. Все, подамажил. Пацаны, все, прыгаю. Как выкинуть? А, F, точно. Все, забираюсь, забираюсь. Тут акула вонючая. Я просто повешу пока здесь, пока вы фатитесь. Да, они сейчас падут все, ничего страшного. Уи! Ай, меня вырубили. Ничего страшного, пацаны, ничего страшного. Держимся. Я головой бью их, головой, головой. Я вырублен, меня вырубили. Держусь. Карабкаюсь, карабкаюсь, пацаны. Я держусь, держусь, держусь. Ну, короче, херово мы не держимся, ребят. Херово очень. Нет, все как-то... Блин, уж кто окажется первым? Она или я? Меня пытается вырубить. Выдра выжила? Или я? За нами победа! Победа за нами! Вторая победа за нами, ребят. Нужно третью победу брать. Вырубил гориллу, она же упала нахрен за борт сразу. Видели? Надо пони вырубать. Пони уродливые. Они постоянно вместе ходят. Надо пони выкинуть. Не. Выкинул пони за борт. Но она сразу риснулась какого-то хрена и пытается меня выкинуть. А, зацепился, зацепился. Борюсь за свою жизнь, я Борис. Я борюсь. Второй. Его брат пони пришел на помощь ему. Помоги убить этого пони. Они задолбали меня уже. Аккуратно, ракета, ракета. Эти пытаются все. О, банан есть. Вырубил гориллу. Выкинул ее за борт. Выкинул гориллу за борт. Я думаю, она еще жива. Вон она карабкается. Угар. О, я поскользнулся на банановой кожурке. Опасно. Ай! Ай, меня вырубила выдра лопаты. Я утонул сразу, что ли? Я утонул. Меня выдра вырубила лопаты, я сразу пошел ко дну. Плохо дело. Но у нас есть
Больше бочонки, чтобы покидать их. Ой, держись, я сейчас кину в них. Охуенно я кинул, скосил. Ты одна, один-один остался, ты выдрой. А нет, там не один-один, погоди. Я вырубил ее, вырубил. Все, она упала. Там, ой, это акула сзади карабкается, акула. Гребаная акула, пошел ты в жопу. Надо акулу вырубить. Все пытаются вырубить акулу, кстати говоря. Там еще выдра, кстати говоря, сзади плывет, пытается доплыть. Ничего страшного. Сейчас будет погружаться эта хуйня, поэтому попытаюсь занять. Почему моя хрень попала в эту перекладину? Я же целился в акулу. Какого хера? Просто держись, все, не карабкайся выше, держись. Просто держись. Все, держись, держись. Не надо, не надо, ты сейчас можешь улететь, держись. Все, 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 держись, держись. Акула идет на дно. Все, 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 все. Победа должна быть за нами. Сраная акула. Интересно, кто победил, мы или акула? Блин, нам не хватило чуть-чуть до победы по третьей. Чуть-чуть. Ой, прости, это не я. А, меня вырубили. Меня пытаются пони запиздить и выкинуть. Жив цел орел, пацаны, жив цел орел. Хорош. Мочи их. Только не меня, пожалуйста. Я вырубил выдру, вырубил. Выкинул ее за борт. По каймам выкидываю. Держишь алкаймом, выкидываешь по каймам. Там два пони осталось. Это выдра снова там, да? Пытается что-то сделать. Господи, чё она тут стоит? Пизди её, пизди, пошла она нахуй. Не давай ей вообще подняться. Постоянно её закидывают этим говно. Я пойду я этих напижу пока. А то два пони меня бесит. Они возговорились, короче, они в сговоре. Ебучие пони. Ай, меня пони вырубило. Я могу утонуть. Нет, я не сдамся без боя. Грёбаные пони. Почему оно не сдыхает? Я же его столько раз ударил, и типа все мимо, что ли, или чё? Я утонул, скорее всего, ещё. Или нет? Я держусь за подводную лодку, я не держусь. Блять. Походу нет. Нет, я не держусь за подводную лодку, я понял. Охуенно. Спасибо. Спасибо, у меня все. Может, тогда за это буду держаться, не знаю. Короче, мы держимся за какие-то остатки. За эти, сори, за этот, за хвост корабля держимся, за подводной лодки хвост. Привет, держись за нами, с нами тут, если хочешь. Нормально, нормально. Ну мы проиграли эту игру, но хотя бы пони не выиграли игру тоже, потому что пони тоже отстала. Горилла выиграла, очень плохо. Еще жив, все, теперь умер. Так я держался за лодку просто. Да, они один раз выиграли, пока боремся, кто выиграет третий раз. Пока там лютый файтинг идет. О, нихуя себе она что творит. Я видел, что она творит, да? О, ракетка. Подобрал ракетку, пацаны. Как она пиздит? Как он ее пиздит? Вот так вот, да, типа, вращает. Хорошо. Ну давай. На, сука. Да пошла ты нахуй, гребаная пони. Ну и что это за хуйня, блядь? Какой нахуй я вообще взял ракетку, если. Даже попасть я не могу. Какой в этом смысл? Пони подобрал. Какое-то говно. Держитесь. Она сейчас унесет просто.
Держитесь. Надо выживать. Так, пацаны, я думаю, заранее буду карабкаться, потому что... У кого-то тут арбалет даже есть. О, привет. Будем с тобой здесь. Короче, ты здесь, да, а я тут тогда. Вот, все, заняли позицию и держим оборону. Держим оборону. Ай. Ай. Нет. Нет. Все, пиздец. Короче, я держусь за хвост. Я не смогу уже. Все, меня выкинули. Я держусь за хвост. Пацаны, будем держаться за хвост. Максимально, что я могу сделать, пока что. Для победы нашей команды. Все, я умер. Так, у нас есть... Я пытаюсь. Я выстрелил только сейчас, и то промахнулся. Вырубил ее, вырубил. Вырубил, есть шанс, держись за что-нибудь. Есть шанс. Есть шанс. Блин. А, как же тяжело. Погоди, погоди, я играю в сейф. Меня тут горилла пытается забрать мой этот. Мы тут втроем током бьемся. Вчетвером, пардон. Мы тут все током бьемся. Выкинул зайца за борт. Зайца за... Что это, бумеранг? Отходи, сейчас будет ракета. Блять, что за хуйня? Я в сейф играл, но... Я пытался кого-то вырубить, мне не вырубить никого. Так, главное выжить. Пацаны, главное выжить. Они сами запутались между собой и... Я держусь, я держусь. О, есть, 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 есть. Подобрал. Подобрал электрошокер. За мной бежит. Акулу наэлектризовал, короче. Все, я их парализовал током и забираюсь наверх. Времени нету, как бы. Надо забираться. Нас пытаются говном закидать. Держусь, все, держусь, короче, и похер, я держусь. Меня вырубил пони опять. Точнее, снова. Он меня пытается выкинуть, и он меня выкинул. Он меня выкинул, эта срань вонючая, маленькая. А он меня опять выкинул. О, привет. Да я тоже зацеплюсь, будем держаться вместе. Ну а что поделать, бля? Хотя бы так, может, выживем. А что, вряд ли, конечно. А ты еще живой? Нихера себе. Блин, пацаны, второе место, мы не смогли занять первое место. Не смогли. Увы, но было, были близко. Какую будем карту? Эту? Давай эту. Все, почему все за лодку голосуют? За... У нас же лодка была, зачем заново лодку? Ну почему? Есть другие карты интересные.
Don't get carried. Так, кого бы взять? Я возьму, не знаю, крокодилового очка взять. Или кота с апельсиновой коркой на голове. Будет три крокодила. Не, я беру гориллу все равно. Я гориллу возьму, пацаны. Нахрен этих крокодилов. Коровка, да? А, меня вырубили. Свинья китайца? Что? Что это за подвид свиней? Свинья китайца. Ай! Что я сделал? Так, тише, спокойно. Не, рано нам умирать еще, ребята. Беги! Я его задержал! Я его задержал! Ай, он меня вырубил. Отомсти за меня. Карабкаемся. Мы еще не. Мы, я не умру в туалете еще, как бы. Поэтому нормально все. Карабкаемся. Держусь, держусь. Ай, бомба, бомба, бомба. Бомба, нет. Кого-то бомба взорвала. Блять. Меня пытается кто-то вырубить. Кидается каким-то говном. Горилла улетела вниз. Да ты упала? Свинья, меня свинья вырубила. Э! Никак не... Все, держусь здесь, короче. Держусь пока тут. Я тут пока держусь. Ты сможешь, могу вырубить кого-нибудь? Ну, короче, мы проиграли, скорее всего, эту партию. Там крокодил какой-то гена жив. Со свиньей, вон они вдвоем там радуются. Свинья победила вообще. Крокодил гена тоже улетел. Она жесткая. Она мерзкая и жесткая. В итоге сама. Да я ее выкину. Выкинул свинью. Выкинул ее, выкинул. Но она может сейчас поднимется. Потому что хуй его знает. О, колда. Это я возьму. Давай, давай. Кто на меня, блядь? Кис, тебя сбить? Шучу. Ай, меня ударил крокодайл Гена. У него фласка какая-то вонючая. Он меня вырубил опять. Его тоже, по-моему, вырубили. Хер поймешь, короче, кто кого вырубил. Почему я еще так долго очухиваюсь? Карабкаюсь, пацаны, карабкаюсь.
Так, я против крокодила. Нет, нет! Нет! Грёбаный крокодил, блядь. Опять снова крокодилы. Эти два крокодила. Они в команде, блядь. Ебучие крокодилы. Лох. А я держусь. Ну там крокодил остался тот. Он, блин, засиделся дольше всех. Они опять или снова победили. Они же, да? Или другие? Они же победили. Я держусь. Я держусь до талого. М? Я сдох. Крокодилы победили. Они в команде, два крокодила. А, меня свинья противно ударила. И вырубила. Противная свинья какая. Смотрите на нее. Да, блядь, еще и ракета-то. Выпил фласку. Что-то изменилось, короче. Стал, наверное, сильнее, хуй знает. Да, бля, почему он так быстро очухивается? Это сейчас так быстро себя очухивается или чё? За... Найс, я сдох. Меня крокодил выкинул под эти турбины и туда, под винты. Все, короче, помер. Я кину кожуру банану, может кто-то поскользнется и упадет. Горилла поскользнулась, упала. Давай в сейф, иди наверх в сейф. Они тут между собой втроем сейчас фатятся. Там уже вода поднимается. Вырубил гориллу. Смог вырубить гориллу. Аккуратно к тебе крокодил бежит. Блин, эти вонючие крокодилы, они единственные, кто, блин, постоянно выигрывает. Эти крокодилы два. Надо, чтобы они не победили сейчас. Гребаные крокодилы. Есть! Все, держись тут, держись тут. Надо вырубить эту хрень. В тебя кидают. Попасть не могут. Да? А, так убей, ты можешь убить его. Продолжай бить его. Нет! Победа, победа за нами. Есть, коровка мощная, коровка мощь. Смотри на гориллу, она сейчас улетела. Она упала вниз. Горилла минусанулась. Она улетела на ракете! Горилла на ракете улетела! Да ну нахуй! Она вон упала, приземлилась. Смотрите, горилла упала, приземлилась. Вот. Угар вообще. А можно мне что-нибудь подобрать, пожалуйста? Опять эта свинья вонючая. А, то есть надо мне сейвиться, да? Получается. Опять два крокодила бегают. А что за мной все бегут, вопрос? Ой, ни хрена меня свинья выкинула. Жестко что-то. Все, я сдох, да? Да, я сдох, я сдох. Свинья мне просто выкинул куда-то вверх вообще, нунчаками своими. Два крокодила осталось наверху, и надо крокодилов ваншотать, потому что они сдолбали. Вырубил крокодила. Я специально в крокодила целюсь, чтобы крокодила не победили. Кто угодно, но не только не крокодил. Свинья тоже противная. Вырубил свинью. Если ее кто-то выкинет вообще оттуда. Да, ее выкинули оттуда, отлично. Свинью выкинули. Нет, она забралась снова. Блять, какая противная свинья. Надо акулу вырубить. Блин, не вырубить никак. Они погружаются под воду.
Крокодила вырубили, есть. Акула осталась. Осталась акула. Акула жива, акула жива. Крокодил вырублен был. Но он все еще там держится. Интересно, кто победит? Нет, акула, нет! Держись, акула! Крокодил должен утонуть. Или он дышит под водой постоянно. Ведь акулы тоже не тонут. Какого хера? Акулка выиграла. Акулка выиграла. Ай! Что-то жопа какая-то. Меня вырубил крокодил Гена. Блять, ну пиздец, я сдох. Я сдох в самом начале игры. Погнался за киллами, вот вам, пожалуйста. Да блин, я попасть не могу по ним. Ну, короче, к тебе свинья карабкается. Вот здесь слева как свинья карабкается. Мари, иди к тебе. Ее вырубили. Есть, ее вырубили. Не я, но кто-то ее вырубил. Тебя вырубили. А как ты улетела? А как ты улетела? Странно вообще. Кто победил? Акула в итоге выиграла со свиньей. Вот именно, такого вообще не бывает, чтобы так люди отлетали. Жестко отлетел. Ну ладно, бывает. Вот я, пацаны, вот я. Вон я, пацаны, вон я лежу. Это я. Лежу. Да, жопку упал. Давай еще одну игру. Ластовую. Пожалуйста, футбольный стадион, пожалуйста, стадион футбольный, пожалуйста, пожалуйста. Нет, ну почему опять эту хрень на электричестве? Ну почему? Нет, не хочу. Я не хочу электричество, я хочу футбол. Мне нравится больше мяч пинать, чем таскать какую-то хрень электрическую. Басбол. Какие-то корейцы. Почему меня все вверх смотрят настолько сильно? Возьму кота. Я буду котом, естественно. Почесал жопку. Только я не тот кот, который с бантиком, а вот этот, который в пижамке. Ну, типа, барон котецкий. Хорошо, котопес. Шарик. Ай, несу! Пацаны, нас отобрали шар. Надо отбирать, пацаны. Хрена он улетел куда-то. Все, очухался, пацаны, очухался. Какая-то корова несет, корова несет. Вырубил чувака. Да я бегу, давай, давай, кидай. Гол! Красава, ты забил, да? Ты вместе с ним запрыгнул и полетел. Сейчас будем налитризовываться, пацаны. Нет, зараза такая, а? Убежал, забил гол. Зараза. Ну, короче, не врываемся сразу. Они будут сразу рывок делать, ну, типа, с двух ног урваться. А мы их как бы подождем.
Вот, видите, видите, да? Просто подождали, а теперь бежим вместе с этой хуйней. Ну, блядь, почему она не у нас опять? Ну, как так? Нет. Да, блядь, корова, ебучая корова, блядь, прошла. Как она прошла вообще? Столько факелей за этот мяч. Никак нам не победить. Я еще кашу постоянно. В кого-то не того бью. Лерой! Опять забрал у нас крокодил, блядь, сразу бежит вперед всех. Ну как так получается, что они постоянно впереди нас? Постоянно. Ну смотрите. Ну вот как это выходит? Друзья мои любезнейшие. Только не корова, блядь. Да, блядь, ёбаный крокодил, отстанет. Нет, нам снова забили гол. Ну, блин, опять корова. Это корова какая-то имба просто. Она бегает, всем голы забивает. Это потому, что мы не футбол играем. Вот играли бы мы в футбол, я бы всех бы там уже наказал бы. Или на самолетике. Самолет тоже моя тема. Ну вот смотрите, они спокойно, они с такой легкостью доносят. Они с такой легкостью доносят до нас ворота, что капец. Просто вот только забирают и сразу спокойно доносят. Спокойно. Как бы мы их не били вообще. Все, пацаны, собрались, мочим их. Вроде кого-то вырубил. Жив цел орел. Давай, 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 кидай. Есть! Смогли, молодец, молодец. Так держать. Накинулись, ага. Хера. Всех током поразило. Нормально, нормально. Тащим. Че они там, блядь, пиздят вечно, нахуй? Меня вырубило. Смотри, как меня вырубило сейчас на повторе. Смотри, я бегу, сзади набегаю, короче, вот, 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 вот я набегаю, смотри, смотри. Смотри, набегаю, начинаю бить их, бить, смотри. Смотри, я бью, бью, смотри, минут у меня эта херня. Меня в столб. Они снова доносят, они берут просто, они просто берут шар и вместе доносят. Я не знаю, как это работает. Они просто его берут и доносят. Вон опять корова одна осталась. И снова корова. Снова корова. Победа, блин, просто корова держала. Она столько голов забила, что капец. Ну, забавно, забавно получилось. Давай еще одну. А, какой? О, лед. Каток, каток, пожалуйста. Есть, есть. Каток, проголосовали большинство. Да, да, каток. Отлично. О, катфитюлька. Ну, брать горилл, короче. Берем горилл.
Очень много горилл будет. Три гориллы будет. Ну что, пацаны, в атаку? Надо забить, пацаны, мы команда. Мы крутики, потому что мы банда. Давайте, 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 надо забивать. Давай, давай, запинываем туда, просто запыхивай. Ай. Что происходит, блядь? Что у вас здесь происходит? Лерой! Да дадите вы мне подойти, нет? Давайте, мы можем забить. У нас, кстати, на воротах никого нет. Почему-то тут пингвин ликует. Гол! По-моему, я забил, но это не точно. Заслуга вообще. Смотрите, смотрите, вот я за гориллу подбегаю, смотрите, и делаю тычку. Сейчас, смотрите, вот, 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 вот. Не, да, это мой удар был. Не, с правой. Двоечку, раз, два, блядь. Давайте, давайте, запинывайте, запинывайте. Я жду, я тут жду. Тут жду, почему? Потому что сейчас мой момент. Нет, блядь, да какого хуя? Постоянно туда улетает. Давай, 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 бегу. Да заебёте. Давайте, запихиваем туда, давайте. Давай. Ну, он отбил, он отбил. Ой, прости. Прости, это не я. Я не знаю, это кто угодно, но точно не я. Ух ты, шайба. На нахуй. Я забил. Да. Спокойно. Видели, да? Просто всех снес своим ударом. Просто моя правая мощная, бля. Да. Let's go. Let's go. Держу шайбу. Надо вырубить эту вонючую гориллу. Я отберу нищий щиток. Ай! Мне тоже вырубили. Щит не успел подобрать. Что у вас здесь происходит вообще? Почему утка на воротах стоит? Чёртова утка, хрен она тут стоит. Она просто бесполезна. Посмотрите на эту утку. Я ее не смог вырубить, но... Она, короче, уворачивалась просто хорошо, смотрите. Смотрите, я пытался ее вырубить. Она... Но она уворачивалась реально, пацаны. Но она реально хорошо уворачивалась. Она не просто стояла. Это иллюзия обмана. На нахуй. Моя жесткая правая. Ай, меня вырубили. Так, это мой сородич Гориль. Гориль меня вырубил. Опа! Ревенч, пацаны, ревенч. Ой, сори, я своего... Я почему-то только своих вырубаю. У меня хорошо получится только своих бить. Бей своих, чтобы другие боялись. Найс, мы забили. Хорош, хорош. 4-0, пацаны, 4-0. Ведем. Смотрите, утка опять чилит. Почему эта утка вечно отдыхает? Просто утка постоянно отдыхает. Ой, выброс адреналина. Это просто было эхо войны. Ай, нам гол. Это я забил сам себе? Да? Да я, блин, толкнул, короче, рикошет. Смотри, смотри, рикошет был, короче. Вот-вот, я сделал удар. А, нет, это они сделали такой удар. В ту сторону. И шайбочка залетела. Ну ладно, один гол. Все, не даем им больше выигрывать. Пошли они в жопу.
Ай. Хорош. Хорош. Вы как два вратаря сражаетесь теперь. Отходи назад, там этот дракон нас хочет наебать. Ой, я своего вырубил случайно, сори. Я постоянно своих вырубаю, постоянно. Блин, я чужих не могу вырубить, только своих бью. Я даже утку не мог вырубить, когда он стоял на месте. О чем речь вообще? Смотрите, я только своих вырубаю постоянно. Постоянно такая херня. Не, классная карта, классная. Мне нравится эту шайбу гонять туда-сюда. Еще футбол нравится. Ой, это я пнул. Это я случайно. Сори. Выпинывай, выпыхивай туда. Есть, есть, есть. Я всех бью, пацаны. Вообще своих, чужих, всех. Есть. Сейчас можно гол заработать. Или переохлаждение. Победа, пацаны, победа. Чем я занимался, не смотрите даже. Я просто кивал головой. Победа, ребят, победа.